Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно видеть вас всех здесь. Меня зовут Григорий, фамилия Гинзбург. Я такой же, как и все присутствующие здесь, прошедшие через все трудности миграции. И сегодня у нас удивительный день. У нас сегодня в гостях присутствует наш будущий конгрессмен от Соединенных Штатов Америки, от этого округа, Юрий Дашевский. Я очень рад его представить вам, пожалуйста, будьте любезны. Григорий, огромное спасибо. Дорогие друзья, огромная честь быть среди вас сегодня. Я считаю всех, кто живет в нашей общине, победителями. Мы победили то, что пережили в Советском Союзе. Приехали сюда многие без копейки в кармане и выиграли в этой жизни. Воспитали детей, воспитали внуков. Честь вам и хвала. Я в этом году иду в Конгресс, как республиканец. Я сторонник президента Трампа. Make America great again. Это идея, который смог поднять гигантский самолет американской экономики в небеса за 3 года, на 4-й год, и все эти годы ему не давали работать, на 4-й год вообще затормозили всю его деятельность. Надо это все вернуть, мы должны жить в той Америке, в которой нам не затыкают рот, которая не учит наших детей смотреть друг другу в трусы, который не позволяет нам шутить так, как мы шутим. И если бы можно было всю ненависть к Трампу наливать в бензобаки, это была бы процветающая страна. Такое количество людей не дают Америке достичь своего полного потенциала. В 1776 году в Нью-Йорке был принят девиз штата. Он звучит как «Excelsior». Это значит «выше». Мы не чувствуем, что наш штат идет вверх. Мы чувствуем, что наш штат идет вниз. Насилие, отклонение от Конституции, законы не нравятся в Нью-Йорке. Езжайте во Флориду. Вы, республиканцы, убирайтесь из Нью-Йорка. Это разговор называется un-American. Не американский, дорогие друзья. Поэтому, не занимая вашего времени после Курбана, очень трудно говорить, потому что чувства переполняют. Великолепный певец, замечательный талант Курбан. От моего сердца. Друзья мои, за эту жизнь мы с вами будем голосовать 8 ноября этого года. За республиканцев сверху донизу. Сверху донизу. Ни одного шанса демократов. Пускай они отдохнут, пускай они подумают, пускай они перестроятся. А мы пока устроим нашу жизнь так, как хочет этого большинство людей. Если наши люди выйдут голосовать, мы победим. Больше половины голосов от русского Брайтона решат исход этих выборов. Поэтому я здесь каждый день. Make America great again. God bless America. Спасибо, дорогие друзья. Ребята, за победу! Мы должны изменить эту страну. Мы приехали 35-40 лет тому назад, а вернулись в Советский Союз. Достаточно. Enough. Enough is enough. All right? Let's get back to the country where we came into. Thank you.